Товарооборот между Китаем и Украиной за год вырос на 20%. Об этом говорили на экономическом форуме в Киеве. Китай готов вложить в украинские инвестиционные проекты 7 миллиардов долларов. Половина этой суммы уже работает в различных сферах экономики. Еще 3,5 миллиарда долларов партнеры готовы вложить и реализовать в совместных проектах. В приоритете строительство и сельское хозяйство. Причем Украина стремится продавать не сырье, а переработанную продукцию. Среди наших членов торгово-промышленной палаты Украины есть уже предприятия, которые не выходят туда на этот рынок только с сырьем, сельскохозяйственным сырьем или сырьем, который используется в промышленности. А мы начинаем выходить туда именно с готовой продукцией. Находят свое место и наши завтраки, и наша кондитерская продукция, и набирающие обороты в Украине винная отрасль. Мы побольше интересуемся на сельское хозяйство, и поэтому в китайские предприятия побольше интересуются сотрудничество с украинские предприятия вместе инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства. Мы знаем, что в Украине это главная страна, которая побольше есть земли, побольше будет выпускать сельские продукции.